честное слово. А день простой на это, все хозяйки любят это. Идите молоко, ко-ко-ко, требуйте добавки, на луну пасутся ко-ко-ко-ко. Правильно, хозяйки, на луну пасутся ко-ко-ко-ко. Правильно. Пчелка села на ромашку и увидела букашку. Майский жук на луг примчался и с козявкой повстречался. Валерия, ну перестань. Пейте, пейте молоко, ко-ко-ко, требуйте добавки, на лугу пасутся ко-ко-ко-ко. Правильно. Козявки, на лугу пасутся ко-ко-ко-ко. Правильно, козявки. Здравствуй, милая лужайка, можно за мной туда? На которой скачет зайка. Там сейчас нарушится, не отходили. Зайка скачет по зеленой травке. Кони, козы и козявки. Идите молоко, ко-ко-ко, требуйте добавки, на лугу пасутся ко-ко-ко-ко. Правильно, козявки, на лугу пасутся ко-ко-ко-ко. Правильно, козявки. Дружно вытянули ветку, бабка, мышка, девка, кошка, мявка, жучка, тявка. И могучая козявка, пейте, дети, молоко, ко-ко-ко, требуйте добавки, на лугу пасутся ко-ко-ко-ко. Правильно, козявки, на лугу пасутся ко-ко-ко-ко. Правильно, козявки. Правильно. Марина, твое место? Можешь по порядку Вот, Илюха, смотри, вот хорошо горит. Вот это. В Москве дожди сильные. Побочно бросайте. Сзади бросай, не мило. Лена Барабаш. Илюша, иди сюда. Так, Тарас, не таскайте. Все, ничего не надо таскать. Взрослые. Все, ничего не бросать не надо. Бери поскорее, растопите и друг. Да-да, вот эти. Добрый вечер. Онлайн, но... Тихо, Тарас, упадешь. Я понимаю, пойдем, тебе надо вылезать. Искупил от греха, ты дал ему любовь и свет, зажег потухшие сердца и дал надежду. Мы пред тобою предстоим, и каждый дорог для тебя. Тебя Господь благодарит, и превозносит. Слава тебе и величие, слава тебя и народа, сила твоя безгранична. Илья! Твоя во все роды. Илья! Слава тебе и величие, слава тебя и народа, сила твоя безгранична.
твоя во все роди. Подарил тебе и мне любовь свою. Все, хватит пока, хватит. Не, нанешивайся. Почему же так? Воскрес дебези, ты вознесенный царь царей, ты стал спасителем людей, тебя мы славим в этот день за воскресенье. Слава тебе и величие, слава в веках и народам, сила твоя безгранична. Слава тебе и величие, слава веках и народа, сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Сейчас давайте поиграем в игру. Название города, вот кто хорошо знает географию? Это у нас что, тоталитарный режим, что ли, наступил? Да, давайте поиграем. Давайте поиграем в игру, попробуй не поиграй, тут точно будешь играть. Уже коленки затряслись. Давайте. Москва. Быстренько. Архангельск. Потеряевка. Это не город. На А. Архангельск. Архангельск. Архангельск, Корчина, Корчина, Красноярск, Ош, просто, Ош, Наше, быстренько, Шанхай, теперь ты будешь эту картошку, следующий, Шандринск, К, на К, Караганда, молодец, Караганда, Астрахань. Нет, Игорь. Астрахань. На букву Н. С мягким знаком. На Н, быстренько. Новосибирск. Норильск. На К. Андрюша. И Калининград. Калининград. Молодец. Дамаск. Просто на премии тянет. Дамаск. На К. Красноярск. Курск. На К. Кёнинсберг. Наша. Был. Калининград. Кёнинсберг. Калыма. На А. Лия. Архангельск. Был. Астана. Алма-Ата. Так, быстренько. Ачинск. На К. Красноярск. Хорошо. Красноярск. Краснодар. Какой Краснодар? Киев. Рязань. На Н. Новосибирск. Новгород. Новосибирск был. Так, молодцы. Следующее. Не про Петров. Я бы положу. Это у меня Кухаска. Днепропетровск. Опять на К. Кустанай. Да, конечно. Нью-Йорк. 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 А, Нью-Йорк. Такого нет. Йорк из города. Я закатулась. Почему? На К. Есть Йорк. Кембридж. Кембридж. Дальше. Житомир.
Житомир. Там же есть. Житомир. Наре. Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону. Намеком, как Ангелина уже пела, да? Ученик Петров Кирилл всех сегодня уморил, дал животных подражать, кукареков и визжать. Вот пришел учитель класс, кто к доске пойдет сейчас? А Кирилл Петров куку, гав-гав-гав, кукареку. Кто кричит там? Не пойму. Это ты? А Кирилл это... на это му. А Кирилл на это му. Подавай-ка свой дневник. А Кирилл чирик-чирик. Мяу-мяу-мяу, гав-гав-гав. Все сказал учитель. Два. Ой, за что? Вскричал Кирилл. Снова он заговорил. Можно я? Можно? Молодец. Учитель, так, следующий, пожалуйста. Пожалуйста. Коля, ты следующий? Марчина, да? Валерия. Не живися. Расскажи что-нибудь, Коля. Ты иди сюда, здесь вот микрофон как раз. Иди быстренько. Сюда. Да, к микрофону. Вот здесь сцена. Студии. Студию. Связь с Францией. В театре. Когда мне было 8 лет, я пошла смотреть балет. Мы пошли тихо, сестры, сестры, братья. Мы в театре сняли шубы, сняли теплые платки. Нам в театре в раздевальне в руки дали номерки. Наконец-то я в балете, я забыла все на свете. Даже 3 помножить на 3 я сейчас бы не могла. Наконец-то я в театре, как я этого ждала. Я сейчас увижу фею в белом шарфе и венке. Я сижу, дышать не смею, номерок держу в руке. Вдруг оркестр грянул в трубы. Мы с моей подругой Любой даже вздрогнули слегка. Вдруг вижу, нету номерка. Фея кружится на сцене, я на сцену не гляжу. Я обшарила колени, номерка не нахожу. Может, он под стулом где-то? Мне теперь не до балета. Все сильнее играют трубы, пляшут гости на балу. А мы с моей подругой Любой ищем номер на полу. Я укатился он куда-то, я в соседний ряд ползу. Удивляются ребята, кто там ползает внизу? По сцене бабочка порхала, я не видала ничего. Я номерок внизу искала и, наконец, нашла его. И тут как раз зажегся свет, и все ушли из зала. Мне очень нравится балет, ребятам я сказала. Не надо же. Все. Еще что-то знаешь? Коль, есть? Не помню. Знаю, но не помню. Так, следующий. Так, Коля, бери новую песню. Я вспомню сейчас. Песня, да? Да-да. Ну, один куплет можно, много не буду. А я тебе четвертый отдам. Так, следующий, готовьтесь. Крутись, веретенце, тихо. Крутись, веретенце, ниточка поет. Разговор со мной ведет. Крутись, веретенце, у прялочки донце, золотом горит. Чудо сказку говорит. Ой, ты прялочка, ты моя подруженька, ты моя подруженька. Добрый вечер, на работушке, да и в заботушке, в моем сердце радости. Ты со мной. О, высокий такой голос, мне тяжело уже. Ты не говоришь. Ну, как бы, вот все. Пусть спасибо. Лава. Благодарим. Можно мы там песню хотели вчетвером спеть, мы ее знаем, и ну хор больше получается. Так, сюда выходим на сцену. В студию. Давай. Начинаем. 3, 4. Просто конкурс какой-то. Да, на конкурс. 2, 3. Почему на голове не растут цветочки, а растут они в лесу и на каждой кочке? Если волосы растут, значит их сажают. Почему сажать цветы мне не разрешают? Хорошо бы сделать так, срезать все кудряшки. На макушке красный мак, а вокруг ромашки. А сестренке для своей посадил я розы. Мне цветов прекрасней роз, а сестренка слезы. Я
кактус. Хорошо бы сделать так, срезать все кудряшки. На макушке красный мак, а вокруг ромашки. А себе б я посадил ландыши, гвоздики. Научиться бы еще сеять землянику. Вот была бы голова, голова, что надо. Лес, цветы, трава, дрова, летняя прохлада. Хорошо бы сделать так, срезать все кудряшки. На макушке красный мак, а вокруг ромашки. Ну, все, после этой песни я пальму, наверное, посажу. Придется пальму посадить. Никита Андреевич, в студию! Просим! Просим! Что Никита Андреевич должен сделать? Прося, просим! Тарас, просим! Всем рассказывают, а вы? А я слушаюсь уже. Дайте послушать. Не ухмыляйтесь. Егор, давай, валяй! Тихо, нельзя так. Он воспитатель, нельзя так говорить. Так, следующий кто у нас? Ну, давайте, я уже буду. Так, Виктор Николаевич! Новая песня, короче. О, Вала! Очень хорошим смыслом. Без протестантских песнопений. Да-да. Всем сестрам посвящается. Ну, конечно, она относится к, не только к протестантским, но и к православным сестрам. Так. Дед Володя, можно еще потаскать? Брось. Ура, и все та же, что 3 года назад, в макияже ты отправишься в ад. Твои брюки к добру не приведут, а сережка в ухе твой пропуск на страшный суд. Я мечтаю, чтобы сестры все ходили без колечек, но в косынках, не на шпильках, а в слушайте, сестры, это к вам песня. Тогда буду счастлив. Ты все та же, что 3 года назад, как ты можешь так нагло красить глаза? Ты мечтаешь лишь о том, чтобы себя показать, как ты смеешь братьев святых соблазнять? Я мечтаю, чтобы братьям жен таких не выбирали, не накрашивали. Так вот. Что-то, Виктор Николаевич, у вас репертуар поменялся в последнее время. Ну, надо, чтобы разнообразно. Так быстро, и актуально. Так, София, ну-ка, иди, сестренка, быстро. Все, хватит. Студию бегом. София, слишком близко. Студию. Стихотворение какое? Про друзей. Софья. Про друзей, стихотворение, быстро. Бабкина София исполняет. Это стихотворение помогает
чтобы все были дружными. Так, хорошо. Чтобы все были дружными, слушаем. Когда в товарище согласия нет, еще палата дело не пойдет. Выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь рак дает чука. Девочки, тихо. Вести клажи вось делить. И вместе трое все в него спеглись. Из кожи лезут вон, но возу все нет ходу. Поглажи бы, да не казалось и легка. Да лебедь рвется в облака. Рак пятится назад, а щука тянет воду. Кто виноват, кто прав, судить не нам. Да только воз и ныне там. Молодец. Хорошо. Отлично. Следующий. Ерема, студию. Ну что это такое? Егор, студию. Стихотворение рассказываем. Это очень плохо. Он врет. Просто в студию. Стой. Не умею. О, сверкает там. Что это? Что, гроза идет? Так, и прощения, дробот исполняет песню. Слушаем. Так, это... Виктор Николаевич, дай ей сначала. Да, она была уже сегодня. Ну, Виктор Николаевич, я сыграю. Она песню споет сейчас. Пусть споет, сейчас он споет. Виктор Николаевич. Ну, сейчас он пропоет, пускай. Что? Где еще вся... Давайте. Во свете Библии поем об истине. Мы путь прокладываем свой делами дивными, Христе едиными. Ведем мы православный бой. Пали греха, забыв Божий страх, правители нынче в слезах. Ты смело шагай и не унывай другим на пути. Тарасий, ну вон он ты, Агния, ну чё вы не смотрите-то, а? Пройти километры дорог, дышишь вперед, труба нас зовет, и это все делает Бог. Во свете Библии, вот Жанна, об истине
мы путь прокладываем свой делами дивными. Идем мы православный бой. Сколько врагов и сколько друзей, о Боге ты не забывай. Ты в жизни своей все преодолей, лишь Божьему слову взывай. Оно тем сильней, и сердце твое звучит все ясней и ясней. Ведь Бог все создал, и ничего, и в мире всем станет светлей во свете Библии. Поем об истине, мы путь прокладываем свой. Делами дивными, Христе явленными, ведем мы православный бой. На свете Библии. Вот он костер. Никита, и ты тут попал. А вот там дьявол, мне никто не будет. Прокладываем свой делами дивными, Христе едиными, ведем мы православный бой. Ведем мы православный бой. Идем мы, православный бой. Идем мы, православный бой. Слабоваты вы. Вот как раз дядя Володя опять с камеры, сам себя. Сам себя покажет. Так, хотела ты вроде там что-то, давай. Андрей, а что там? Мы тогда не шубы взяли. А я рядом с Андреем. Ага, помню. Ребята, связи. Давай, Фросинь, что ты хотел? Все, Фросинь, давай. Я хочу тоже. Что? Сыграть пираты Карибского. О, это... Можно я сыграю пираты Карибского? Валяю. Фрось, что хотела-то? Ты хотела песни петь? Или уже настройку? Только заключительно и помолимся. Давайте лагерь станции пи. Давайте лагерь станции пи. Да. Мы его сегодня вообще не пели. Давайте что-нибудь подлиннее. Давай, да. Забегор пел. Не надо лагерь. Лагерь стан уже, наверное, во сне вы его поете. Да, не надо нам. Давайте споем, а? Нет. Да. Так, отошел оттуда. Ты зачем к костру полез? Вы что, не смотрите-то за ним? Давай.
Лагерстан, Лагерстан. Мы уже должны во сне петь песни. Масса. Говорят, каждый день не надо что-то другое, а то я его там сверкает. В домах уже ночует. Гроза идет. О, мама с папой. Побежали мама с папой у тебя, да? Штаны не стирал. Я только постирала тебе сегодня штаны, они вытерли. Что делаешь-то? Совсем уже штаны стирают? Тебе Игнатий Петрович каждый день говорит. Завтра с ними будешь стирать сам. Я Игнатий Петрович завтра скажу. Тихо, все, все. Валерия, все, утихли. Просят и фальшивые. Чистая озерная вода. Раступятся волны и прощенный грешник скажет Иисусу слово да. Тихо, Агния, успокоились. Верую, услышат чайки над волною. Верую, услышат звон небес. Как прекрасно Богу жизнь свою доверить, руки благодати над тобой. Новым человеком выйдешь ты на берег, да благословит тебя Господь. Верую услышат камни у прибоя, верую услышат дальний лес, верую услышат чайки над тобою. Отныне, друг мой, где бы ты ни был, в памяти пусть будет навсегда. Белые одежды, голубое небо, чистая озерная вода. Верую услышат камни у прибоя. Слышит дальний лес. Верую, услышат чайки над тобою. Верую, услышит звук небес. Молимся и уходим. Ничего не забывайте, вещи свои там. Курточки. Мы до позднее оставались раньше. Да кого уже не поет? Чистая озерная вода. Что-то так холодно. Ой, озерная, озерная вода. Сейчас, минуточку, собирайте. Смотри, как ведет там домой. Она зачем туда лезет? Ну-ка, уйди оттуда. Ты что делаешь-то? Василиса, ой, как ее, Маша, прямо залу берет руками и бросает в огонь. Ну что она? Я имею в виду ей. Вашей. А она такая тушит, он опять загорает. Тушит, опять загорает. Тушит. Это опасно вообще. Да. Руки обожгла бы себе. Не ключ, что-то слюнявый такой. Хотела грибок? Голубое небо, чистый грибок не заберешь. Грибок! Так, все, успокоились. Встали домой. Коля, ну-ка иди сюда.
На молитву. На молитву. На молитву все. На молитву. Ну, картошка. Тарас, прекрати разговор. Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Поклон правильно делаем. Крест накладываем. Не как попало, а как положено. И поклон, чтобы достать землю. Не торопитесь на молитве. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Поем. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселись овны, и очистены от всякие скверны, и спаси же души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Як и Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих, страждущих, болящих, гонимых за веру, томящихся в узах, темницах за слово Твое, милующих, питающих нас, подающих нам милостыню всех православных христиан, посети милостью Твоею. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Тебе за прошедший день, за все Твои милости и щедроты. Сохрани нас ночи от воров, от нечистой силы, от лукавых духов, от всякого рода зла. Душам нашим полезное сотвори, детям даруй страха Твоего, веры и послушания, любви к Тебе и ближним, и к Слову Твоему. Посети, Господи, людей, находящихся в тесных обстоятельствах, облегчи их страдания, направи взоры к небу. Научи нас, Господи, ценить это тихое мирное время, когда мы можем так собираться и славить имя Твое Святое. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Достойно есть такого истину, блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. В руки Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой. Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и жизнь вечную даруй мне. Аминь. С миром Божиим расходимся. Слава Христу. Мальчики не уходят. Мальчики не уходят. Кто у меня в гостях? У Никиты и Андреевича, вернее. Тачку забрать надо. Более безобидного существа, наверное. А что такое случилось? Ну, к Наталье привязывается. Бутылки. Бутылки надо забрать. Загружай бутылки в тачку. Подожди, я же костер добредить. А, ну да. А я возил специально пить какую-нибудь. Вокруг обливайте просто и все. Давайте на костер прямо лейте. На костер не надо лить. Подожду, в туалет пошел.
Просто вокруг поливается и все. Так, отошел, Степа, отошел. О, комаров нет. Эту воду тоже потрачено. Так, так, ну надо убегать от комаров. Ну, сегодня я побыл в доме Никиты, но мне понравилось. Чистота и порядок. Ну, там загнали целую эту, там сестер он. Вообще ПХД делали, как она называлась, паркохозяйственная деятельность в армии. Да вы вон на тот огонь. Никита, все чистенько. Ну. А спят только на верхних, да? На нижних нету пока никого. Плацкарт свободный. Все спят на нижних, кроме одного человека. Коли. А он что? Он летает, что ли, ночами? Да нет, наоборот, чтобы разделить их между так, собой. Так, а Илья где спит? Илья на квартире у себя. Да он отдельно с мамой ночует. А что он сейчас остался? Надо идти ему с матерью же. Ты иди с матерью, но, Илья, что остался? А, ему... Так что пришел бы с нами. Степа, что ты лезешь? Зачем ты лезешь? Что там, брат? Засыпаешь лопаты, что ты делаешь? Нет, так, больше ничего не делаю. Мальчиков пролил вокруг. Пролил вокруг. Получается, да? Вот я тебе целости сохранности. Туалет... Так, Тарас, отошел оттуда. Все, ушел. Эта верка сейчас загорится до конца, а потом... Ну все, слава Христу.